Да вы не сомневайтесь, товарищ капитан. Все будет сделано в лучшем виде, оглянуться не успеет, как шашка прыгнет в дамки. Ты вот что, Векшин. Хватит дергаться, коли сядь. Мы тебя из Ярославля вызывали для того, чтобы ни одна живая душа даже случайно тебя не опознала. Так что без самодеятельности, понял? Понял. И не вздумай изображать из себя вора в законе. Ты маленький человек, лопушок, шестерка. Понял? Понял. Вот. А велено тебе разузнать. Коли они согласны брать кассу, где своя баба научится, то придется с ними толковать, пахан. Понял? Угу. А ежели спросят, зачем мы вам? А потому что мало нас. И всего один ствол имеется. Да. А почему, спросят, сам пахан не пришел? А если они уголовку приведут на хвосте? Наш пахан ихнего не глупее.